Первым выпускникам Дагестанского медицинского стоматологического института торжественно вручили дипломы. Документы о высшем образовании получили 25 студентов. Открыт вуз в 2010 году, институт оснащен современным стоматологическим оборудованием и имеет все условия для качественной подготовки специалистов стоматологического профиля. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации отменена интернатура, и вместо этого организовали аккредитацию специалистов. То есть это значит, что практически врачи, выпускники должны быть подготовлены к практически самостоятельной практической работе после окончания высшего учебного заведения. Мы с первых курсов старались дать вам практические навыки на уровне, которые нужны для того, чтобы, значит, мы могли самостоятельно работать.